Убегает Чапаев с Петькой от белых, но видит, что не убегают. Забегают за угол какой-то деревни, и там стоит бочка с водой. Василий Иванович в бочку соломку достает, из какую-то там выхватил, в бочку и дышит. А Петьку словили, беляки такие, все, будем тебя мочить, красный ты. Говорит, есть последнее желание? Он говорит, да, соломочку вот эту хочу пожевать на прощание.